Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я покажу, где находятся еще новые лапки и новые подарки из обновления. И вот первый из них. Давайте нажмем на нем. 51 из 75, ребята. 25 подарков добавили и 4 или 5 лапок. По-моему, 5 лапок еще добавили. Да, 5 лапок и 25 подарков. В этом видео, ребят, я покажу, где все находятся подарки и новые лапки. Вот еще один подарок, это был 52. Ну а в предыдущем видео, ребят, я его уже записывал. Вот в этом вы сможете найти 55 лапок и 50 подарков. Чтобы не записывать и не повторяться заново, вы можете посмотреть это видео. После него также посмотрите уже заключительное видео. Тогда найдете все 75 подарков и 60 лапок. Ну что ж, ребят, погнали дальше. Тут, кстати, подсказочка. Довольно-таки много подсказок в игре. Вот у нас лапочка. Давайте, 56 из 60, еще 4 осталось. Окей, идем дальше. Прыгаем сюда. Опускаемся и идем, ребята, искать дальше. Вот здесь еще у нас есть домики. И за снеговичком видите подарочек. Забираем. Супер! Отлично, открываем следующую локацию и идем искать. Открывается, лопается. Супер, погнали. Полетели. Вот, вижу. Давайте пока фармят мои питомцы, заберем еще один подарок. Итак, это у нас 55-й. Так, в этом углу у нас пусто, в этом пусто. Идем теперь к паровозику на последней локации. Прям под вагончиком вы найдете подарочек. Это у нас уже станет 56-й. И напротив, ребята, вот тут на вокзале у нас как бы еще один подарок. Вот он лежит. Вот он. Ну, как так только я застрял? Я застрял под елкой в снегу. Не могу вытащиться. О, вытащил. Отлично, ребята. Замечательно. Поднимаемся вверх и находим, кстати, пасхалочку. Еще одна, видно, ютуберша или разработчица, или кто это, не знаю. Короче, таких челиков довольно-таки много в игре. Каким-то образом они помогали, видно, разработчикам или спонсировали, не знаю. Может, кто больше всего донатит. Надо узнать будет у разработчика. И вот здесь вот, ребята, еще одна лапка на паровозике. 57 из 60. Осталось всего 3 лапки, ребят. Мы их быстренько сейчас с вами найдем. Вот здесь вот у нас еще одна. И осталось 2. Так, смотрим внимательно, чтобы не пропустить. Вроде здесь нету. Отправляемся дальше. Вот она. Ребят, на той же локации, которая была раньше последней, теперь у нас воткнута лапочка, которую мы сейчас заберем. 59-я реликвия и шайни реликвия, они вообще называются, я их лапами называю, как-то у нас так повелось. Ну и идем дальше подарки еще собирать. Вот он у нас подарочек. Есть. Гуд, идем дальше. Продвигаемся, ребята, теперь к домикам. Вот тут много домиков, если вы обойдете один из них, то, ребята, увидите последнюю, вот она, лапку. Вот она, последняя лапка, и все. 60 из 60 мы с вами собрали, осталось дособирать подарки. Поэтому давайте быстренько я вам покажу все локации, где их можно забрать. Так, вот тут вот огромный замок, мы его забираем, подарочек этот. Дальше отправляемся еще к одному замку. И вот здесь вот за стойкой клана топ-1 мы забираем следующий подарок. Все. Идем дальше. Тут закрыто, не пускают. Видимо, там только топ-клан пускают. И вот здесь вот около нашего замка, я так понимаю, что это наш будет клан, куда мы, может быть, зайдем. Возможно, там будет какой-то магазин, не знаю. Так что, ребята, все соклановцы будут туда приходить. Кстати, ребята, кто в моем клане, помните, что вам нужно добить до 2 миллионов, а через недельку еще 1 миллион, чтобы мы наконец-то открыли последний апгрейд клана, и на этом уже донаты закончатся. Вот здесь, ребят, я не знаю, каким образом, смотрите, я вот тут вот просмотрел, вот так, видите, вроде пусто, да? Теперь, ребята, лечу сюда, здесь просматриваю и не замечаю, что вот прям внизу был подарок, то есть я его пропустил. И он был предпоследний, видите, 74 из 75.
То есть мы потом сюда возвращались и его нашли. Кстати, спасибо большое именно подписчики. Мне подсказали, что я его там пропустил. Ну окей, идем дальше по порядку, где еще у нас подарки. Тут был эльф, 6-й, по-моему, или 7-й, я уже сбился с счета. Вот он сидел, красавчик. И вот здесь вот, ребята, тоже в домике. Так, где-то около домика или в домике. По-моему, в домике, подождите, вот здесь вот. Да, еще один. 63 подарка уже собрано, продолжаем, совсем немножко осталось. И теперь вот здесь вот китайский у нас городок. И за домиком мы находим следующий подарок. 64,75. Супер, тем более, что я один вам уже показал. Получается, 10 штучек осталось. Итак, 10 штучек осталось. Забираем этот, остается 9. Здесь у нас вроде как ничего нету. Поэтому перелетаем в следующую локацию. Так, вот здесь за автоматом. Смотрите, вот плохо видно, надо прям подойти. Вот, 8 осталось. Идем дальше. Пролетаем дальше. Так, в этой локации вроде ничего не было. А вот здесь вот под деревом у нас есть. 7 осталось. Хорошо. Он напротив, ребята, Chest Russia находится, так что вы не ошибетесь. Идем дальше, ребята, уже зимняя локация. Вот здесь в снегу у нас тоже есть подарочек, так что его не забываем. Вот, видите, напротив снеговичка, напротив Advanced Merchant. И рядом с Free Diamonds забираем еще один подарок. Вот, отлично. Тут, кстати, напротив, на кактусе тоже раньше был. Напротив Use машины, ребята, прямо на крылечке забираем подарочек. И отправляемся за последними тремя или четырьмя штучками. Так, тут уже нету, так что можно уезжать отсюда. В Атлантисе нету, а вот рядышком, вот здесь, вот около жемчужинки у нас есть. Поэтому поднимаемся, проплываем наверх. Есть. И забираем. Все, ребята, две штучки осталось. Самые последние, которые мы нашли. Итак, за домиком, за домиком. Кстати, никто тут не живет по-прежнему. Интересно, будет ли тут что-то, или так пасхалка это и останется. Вот прямо вот здесь, за этим огромным деревом, ребята, наверное, удобнее с этой стороны, вот здесь вот находится у нас подарок. Ну и последний подарок, который, по идее, вы должны были первым найти, но я нашел последним, он находится на спавне. Вот здесь вот, за большой коробкой, у нас последний подарок. И тоже спасибо, благодаря моим зрителям, мы его нашли. Ну что, ребята, это были все подарки. Я надеюсь, что вы поставите лайки и подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Спасибо за просмотр. Всем пока.